Ну, за то, что признать работу управления гаражно-строительного кооператива «Фауна» удовлетворительной. Но почему удовлетворительно-то? Признать работу хорошей. Верно, славно потрудились, можно и хорошей. Большие молодцы. Да чего там признать прекрасно и пойти домой, чего? Нет, товарищи, у нас не может быть хорошей работы. Бывает удовлетворительной и неудовлетворительной. Мы решили это отказаться от ремонтного бокса. Для нас главные люди, а не машины, естественно. Вот, нам придется сократить только 4 человек, а не 5. Ну что, 4 это лучше, чем 5. Ну, хуже, чем 3. Фетисов. Фетисов, Виталий Кузьмич. Ну, знаете, товарищ Фетисов попал в этот скорбный. Да вы что, список. Как же можно меня выгонять? Я за машину родину продал. Что?